Правописание личных окончаний глаголов второго спряжения. Ко второму спряжению относятся глаголы, которые оканчиваются на «ить», кроме двух слов исключений. Четыре глагола на «ать» запоминайте в алфавитном порядке: «гнать», «держать», «дышать» и «слышать». Семь глаголов на «еть» по алфавиту: «вертеть», «видеть» и «зависеть», «ненавидеть» и «обидеть», и еще «смотреть», «терпеть». Глаголы второго спряжения имеют одинаковые ударные и безударные личные окончания в одном и том же лице и числе. В единственном числе первого лица – «ую», «молчу», «верю». Второго лица – «иш», «молчишь», «веришь». Третьего лица – «ит», «молчит», «верит». Во множественном числе первого лица – «им», «молчим», «верим». Второго лица – «ите», «молчите», «верите». Третьего лица – «ад», «яд», «молчат», «верят». Какую гласную в окончании слова «хвалит» нужно писать? Что делать? Хвалить. Слово заканчивается на «ить». Это глагол второго спряжения. Значит, в окончании пишу «и». Хвалит. Какую гласную в окончании слова «услышишь» нужно писать? Что сделать? Услышать. Слово заканчивается на «ать», но является глаголом-исключением. Относится ко второму спряжению. Значит, в окончании пишу «и». Услышишь. Обратите внимание, в окончании глагола второго лица единственного числа две орфограммы. Первая – безударный гласный, вторая – мягкий знак на конце. С вами Ольга Николаевна. До новой встречи, друзья!